Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное заседание кружка любителей гегелевской диалектики, которое мы проводим по тому плану, который был у нас обозначен, и который относится сугубо к третьей книге науки логики, то есть план материалистического понимания и истолкования. Соответственно, этому мы вначале поставили раздел «Объективность», для изучения поставили. Мы ничего из книги не можем никуда переставить, а для изучения можем. Поставили раздел «Объективность», и вот мы в этом разделе «Объективность» дошли уже через механизм до химизма. А чем химизм отличается от механизма? Значит, когда вы имеете дело с механизмом, то тела, которые двигаются механически, они внешним образом относятся друг к другу. Внешние они и безразличны. Потом выясняется, что даже и внешне, и безразлично можно относиться так, что здесь появляется некоторый центр механизма, и тогда вокруг этого центра появляется вращение, и сразу видно, что Гегель кое-что знает из небесной механики, и знает, что все небесные тела вращаются вокруг какого-то другого большого тела, все это движется, и вроде бы это все внешне и безразлично, но, значит, тем не менее, при этой всей внешности бывает центр механизма. И механический процесс может совершаться вот таким образом, что есть такое, вроде бы как, никаких зубцов, которые могут быть в механизмах, и каких-то специальных переходных ступеней или передач не видно. А тем не менее, механическое движение есть. Но важно нам и что из этого запомнить. То, что механически делается, через голову не проходит. Поэтому вот это самое главное, что нужно сделать всем, кто изучает науку логики, и главный вывод. Потому что нам все время предлагают какой-нибудь придумать механизм политической борьбы. То есть что-нибудь сделать безголовое для политической борьбы, чтобы не соображать, чего вы делаете и за что вы боретесь. Или придумать механизм улучшения жизни, или придумать механизм, который поможет нам решить вот такие-то проблемы. Давайте придумаем механизм борьбы с ковидом. Механизм придумал. Одевайте маски и перчатки, и все. Это механизм. То есть не особенно рассуждайте, все понимают, что ничего они не гарантируют, но процент будет меньше. И хорошо. То есть механизм – это вещь неплохая. Но когда вместо системы государственного планового централизованного управления еще центром которой является коммунистическая партия, партия рабочего класса, предлагается совершенствовать хозяйственный механизм, то ясное дело, что это означает уничтожить систему государственного планового централизованного управления и перейти на рельсы рыночного хозяйства. А у закона стоимости, закона рыночного хозяйства, есть действие, механизм его действия. А в чем суть механизма? Чисто механическое действие. Цены выросли, спрос упал. Цены упали, спрос поднялся. Что непонятно? Вот просто и понятно. Зачем вся эта ерунда про управление, про там, партия, государство, планы? Все это не надо. Вот все будет само решать. Все. В условиях рыночной экономики цены в конечном счете будут определяться на основе спроса и предложений. И этот механизм порешал или порешил нашу промышленность, сельское хозяйство напополам примерно, половина. А если взять, скажем, машиностроение, ну, процентов на 90, 95. И то же самое станкостроение. По-моему, там 100. Там, по-моему, или 100, или 98 где-то вот так. Ну, вот, может быть, даже и так. Ну, они сейчас так гордятся, вот я передал товарищу Кучуку книгу, которую я получил от бывшего ректора военмеха, вот, который написал о том, как разрушали нашу экономику в цифрах. Цифры, которые были в советский период по годам, как они менялись и до чего они дошли до нашего времени. Ну и, как я понимаю, мы обсуждали с Владимиром Александровичем, он собирается написать такой труд, статью большую, хорошую, на тему экономика, развитие социалистической экономики и, вернее, социалистической промышленности, переходный период от капитализма к социализму и уничтожение обратно, да, уничтожение промышленности
переходный период от социализма к капитализму. А, извините, мы хоть сейчас вышли на уровень 1913 года? А? Мы хоть где-то вышли на уровень 1913 года? Нет, а зачем с 13-го берется? У нас переходный период не с 13-го. Не, я помню, мы в школе просто нам сравнивали цены, ну, рост экономики в России нет. В 13-м году и в Советском Союзе. Нет, надо смотреть, как создавалась промышленность. Промышленность создавалась у нас в переходный период, когда начинается? От капитализма к коммунизму. Коммунизм когда у нас построен был? В 36-м году примерно, да? Вот с 17-го года по 36-й переходный период, который осуществлялся государством, диктатурой пролетариата и под руководством коммунистической партии, не механической. Механически бы, так сказать, выкинули это государство и партию. Так это 19 лет всего? А? 19 лет? Ну, примерно, да. Это был переходный период. А переходный период от социализма к капитализму занял 30 лет, с 61 по 91 год. Вот в 91 году, то есть так же, сначала изменения произошли во власти, а в экономике ничего не менялось, известный период. Так же, как и вот в 17 году во власти изменилось, а сначала рабочий контроль, потом только в конце года только национализация банков, национализация крупнейших предприятий только в июне 18 года, а после национализации все национализированные предприятия в уклад госкапитализма централизованы, и маленький-маленький был уклад коммунистический, который по плану, который только-только сами планы стали становиться, направлялись в общественных интересах. И вот этот коммунистический уклад должен был расширяться прежде всего за счет вот этого госкапиталистического уклада. Оттуда всегда можно забрать. Они же национализированы, все предприятия. Вот там был хозяйственный механизм, в том смысле, что все они делали по-старому. Купи Production International Ltd. И, так сказать, покупали, продавали, себе делали гигантские зарплаты, а прибыль отдавали государству, это государственные предприятия. Ну, как сейчас, Газпром, Роснефть или Сбер, теперь же он не Сбербанк, укорачивается. То есть сбирается всех. Вот. Все. Ну вот мы этот вопрос разобрали, а затем, после механизма, идет более высокая форма. Когда два тела, которые, когда мы рассматривали механизм, они были внешними друг по отношению к другу, вот они соединились, и тогда свойства этого соединения, соединения этих двух тел стали совсем другими. Ну что мы, какие примеры можем привести? Натрий, все знают, хорошо режется ножом, возгорается сам самопроизвольно на воздухе. Если его бросить в воду, будет так, он сразу, значит, превратится в такой шар, будет бегать там и шипеть, а может взорваться при этом. Ну вот, это натрий. А есть хлор, который является даже боевым отравляющим веществом. Есть хлорка, там соль хлора, немножко там содержит, и другие хлорсодержащие вещества. Но хлор, как таковой, страшный яд. И вот, если этот вот страшный яд и этот вот металл, натрий, соединить будет что? Соль. Натрий, хлор. Обычная поваренная соль. Поэтому, когда вы сыпете так, дескать, мне посолите побольше, или соленые огурцы, это солили с помощью натрия и хлора. Страшное дело. Ну, натрий и хлор, соединившись, дали вещество совсем с другими свойствами. Вот. Поэтому об этом вот вторая глава, которая у нас сейчас является предметом, а сегодня предметом нашего занятия будет химизм. Раз. Затем жизнь. Два и человек три. А почему так много? А потому что у Гегеля тут мало очень на эту тему написано. А почему мало у него написано? Потому что он идеалист. Вот этот вот вопрос, который относится к объективизму и к объективности, он его скомкал. Не то чтобы по каким-то причинам своим личным, даже не по причине своего идеализма, потому что и данных было мало еще в науке об этом, о том, как появилась жизнь. А, так сказать, все это развитие химии тоже еще таких высот не достигло. Это еще до Менделеева.
А? Да, в том-то и дело. Поэтому удивительно, тут ничего нет. Нельзя вот требовать философа, который надо обобщать, вдобавок идеалиста, чтобы он эту всю картину обрисовал. И мы с вами, я так понимаю, себя тоже к этому же отношу числу. Не такие большие специалисты в этих вопросах, что мы здорово тут что-нибудь новое передовое из этих разделов возьмем. Но кое-что мы, так сказать, возьмем, но наша главная задача – видеть вот это движение от низшего или низшего к высшему развитию, от механизма к химизму. Когда вот химизм составляет, прямо написано на странице 144, в целом, момент суждения, то есть момент, ставшего объективным, различия и процесса. Но суждение, как можно говорить о суждении, момент суждения, когда суждение – это то, что относится к субъективному, а еще до этого мы не дошли. А у Гегеля вроде о суждении там говорил, и получилось у него суждение раньше химизма. А раньше того, когда что-то появилось, животное, по крайней мере, появилась жизнь и появился человек. Химический объект отличается от механического тем, что последний, механический, есть тотальность, безразличная к определенности. В химическом же объекте определенность, стало быть, соотношение с другим, а также вид и способ этого соотношения принадлежит, напротив, к его природе. То есть его природа определяется соотношением с другим, а не им самим. Вот в химическом объекте, натрий, хлор, все дело в соединении, а не в том, что одно натрий, а другое хлор. Вот натрий это одни свойства имеет, хлор другие, а соль совсем третье свойство, и они как-то, по крайней мере, не вяжутся, не кажутся близкими ни к одному, ни ко второму. Хлор – это воздух, газ. Натрий – это металл, если металл скрестить с газом, что получится? Соль получится. Тащите огурцы, будем солить, или капусту. Вот, собственно, это главное надо запомнить. И у него это всеобщая определенность, это определенность не только одного единичного объекта, но и другого. Общая у них определенность. Вот эти вот эта общая определенность есть вот, определенность химического объекта. В объекте теперь поэтому дифференцируется его понятие как внутренняя тотальность обеих определенностей. И та определенность, которая составляет природу единичного объекта, его внешности и существования. Так как объект, таким образом, написано на странице 144, есть в себе все понятие, то он обладает в самом себе необходимостью и увлечением снять свое противоположное, одностороннее, устойчивое наличие и сделать себя в наличном бытии тем реальным целым, которое он есть по своему понятию. Ну вот а реальным целым он становится вместе с другим. Кстати, ну вот мы с вами знаем, что вот железо, например, в реальности встречается в виде чего? Либо в виде феррон-2О3, либо в виде феррон-3О4. Правильно? То есть в виде каких-то соединений. Видит там ржавое болото, ржавая вода, начинает там искать, что такое, находит так называемую руду. Но железная руда – это железо или нет? Нет. Нет. Не железо. Это соединение с кислородом. Потом, значит, занимается человечество давно уже тем, что кислород этот убрать, а железо оставить. И это делали там в очень давние времена, потому что железные орудия – это орудия, которые появились еще до рабовладения, правильно? Вот, поэтому… Уже 3000 лет. А? 3000 лет. Так вот, спрашивается, значит, что для этого нужно? Для этого нужно температуру достигать такую, чтобы выплавить железо. А температура должна быть за 1000 градусов. И никакими дровами, как вы понимаете, если топить, сколько не топишь, не получишь. То есть это надо было перейти к изготовлению древесного угля, и потом, значит, с помощью древесного угля добиваться такой температуры. С наддумом еще особым, да. И прочее. И меха, и ухищрение, да. То есть наддув делать, как бы, дополнительный кислород. И в итоге вот этого человечество добилось. То есть природным путем это очень сложно разделить. Вот до чего прочным является химическое соединение.
Ну, это не всякое химическое соединение такое прочное. Есть как раз наоборот такое, которое легко. Или другое, у нас, нам с вами известное, применяемое в пище, сода пищевая. Какая формула? Натрий-2СО3. Натрий-2. Взять два натрия, две части натрия, одну часть углерода, так, и три части кислорода. И все это. Натрий-2СО3. Все это смешать? Да, если вы смешаете, это будет что? Механический процесс. А вам надо это соединить. А как это соединить, я даже и не знаю. Там, если еще мы знаем там, про выплавку, как мы там разделяли, а как соединить? Потому что железо очень просто само окисляется, а вот как вот натрий-2СО3 получить, это вот целые надо заводы уже открывать, разбираться. Процесс. Греют. Чего греют? Натрий? Нет, он не из натрия не получает. Например, сода – это продукт отходов производства винозема. Ну, так это продукт отходов. Ну, да, это отходы. Ну, попробуй соедини вот эти натрий, углерод и кислород. Чем специально? Вот. Ну, и интересно, что он даже, когда он говорит о химизме, поскольку химизм – это такой процесс, в котором соединение двух дает третье со всеми другими свойствами, он говорит, что в живых существах отношение полов подчиняется этой схеме, и она точно так же составляет формальную основу духовных отношений любви, дружбы и так далее. Это, извините, у меня отсюда появилась химия любви? Нет, отсюда появилось то, что Энгельс написал в своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства», что в основе половой любви лежит воспроизводство человеческого рода. Это теперь не цитирует, поскольку это противоречит, так сказать, расширению круга этих геев и лесбиян. То есть, а если говорить отсюда, это он говорит специально о половой любви. А если, скажем, я люблю колосок, ну, пожалуйста, как говорится, можете жениться, то колосок и я, или... Ты и цветок. Собачка, жучка и... 26 видов отношений. Ну вот видите. Я понял, что самый просвещенный у нас. Видов любви. Да нет, где-то статья была просто в ленте новостей. Ничего себе. Так, ну вот это вот объект. Химический объект не может быть постигнут из него же самого. И бытие одного объекта, и бытие некоторого другого. То есть в нем обязательно это есть. Химический объект, а тем самым и противоречие между его непосредственной положенностью и его имманентным индивидуальным понятием, есть стремление снять определенность его наличного бытия и дать существование объективной тотальности понятия. Это непонятно нам. Тотальность понятия здесь совершенно явно она связана с тем, что у него сначала шло понятие, и он с помощью понятия хочет объяснить химизм. А тут надо делать наоборот. Химизм не нуждается в объяснении его через какое-то понятие, потому что он не из понятия вытекает, а понятие может быть о химизме, о том, что это такое. Вот, химический процесс, дальше идет страница 145, он начинается с предположения, что хотя объекты напряжены по отношению к самим себе, они именно поэтому, прежде всего, напряжены по отношению друг к другу. Это отношение, которое называется их сродством. Вот, химическое сродство. И, так сказать, когда мы знаем, там одновалентные есть, двухвалентные и так далее, элементы, и вот они соединяются, так сказать, с другими элементами, образуют новое вещество. И число этих веществ и соединений, ну, ничем не ограничено, правильно? Ничем не ограничено, потому что они все усложняются, 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 и доусложнялись до того, что у нас есть не просто химия, которую изучают обычные процессы химические, а еще органическая химия, которая занимается уже сложными, настолько сложными по своему составу веществами, неживыми, что они очень близки к, по составу к живым существам. И вот на этой... Поскольку тут, я думаю, что не знаю, как у вас, мои, значит, знания в области химии не глубоки,
в этом отношении. То есть мы здесь важно, нам здесь важно подчеркнуть, что мы видим разницу между механизмом и химизмом. Если пошла речь о химизме, значит речь идет о не просто о взаимодействии каких-то двух элементов, а превращении их в одно целое, в единое. И вот это одно целое и единое – это уже другой элемент, который может рассматриваться теперь для того, чтобы соединяться тоже с другим элементом, который тоже сложный. И границ в этом соединении, строго говоря, нет. То есть сколько существует химических соединений, потому мы не знаем, вернее, их может существовать бесконечно много, и они все время образуются, по-видимому. А вот систематизировать можно, и поэтому потом только. Вот здесь ничего не мог Гегель написать, вот такого синтетического. А вот элементы, которые соединяются, вот их выделил товарищ Менделеев, выделил, и тем самым он поставил химию на твердую почву. То есть появилась система химическая. Фонарик. Я хочу осветить этот вопрос. Система химическая, но эта система, еще раз повторяю, система элементов относится к элементам, из которых все строится. А дальше уже строится из того, что построено. И никаких границ этому процессу никто не нашел. И поэтому, значит, появилась и соответствующая наука, которая изучает сложные элементы, которые по структуре близки к структурам живых организмов, к химической структуре. Спрашивается, а что же такое тогда жизнь? А жизнь, значит, если сказать, что это просто вот химическое какое-то соединение, это будет правильно, но не истина. Правда? Мы знаем, что такое вот такое высказывание. Это правда, но не истина. Конечно, это химическое соединение, прежде всего. Но этого недостаточно. И вот мы подходим к переходу химизма в жизнь. Страница 148. Он еще раз перед этим переходом пишет, что вот взаимно напряженные объекты ищут друг друга, затем соединяются в нечто нейтральное через некоторые формальные внешние средние термины. Ну, если бы он написал в нечто нейтральное, этого достаточно было. Ну, вот он говорит о внешний и средний термин, то есть как бы логически употребляя здесь понятия, хотя до логики мы тут еще не дошли. Ну вот в этом разделчике С, переход химизма, говорится. Сам химизм есть первое отрицание безразличной объективности и внешности, и определенности. Он, следовательно, еще обременен непосредственной самостоятельностью объекта и внешностью. Обременен непосредственной самостоятельностью объекта и внешности. Но на самом деле вот химический процесс состоит в том, что те объекты, которые соединяются, теряют свою внешнюю самостоятельность. И появляются новые внешние. Получившийся так. Первый процесс, продуктом которого является нейтральность напряженных объектов, угасает в своем продукте, и его заставляет вновь разгораться, загораться лишь при входящей извне дифференцировании. То есть этот процесс может продолжаться дальше. И эти разные процессы, в конце говорится, страница 149, получившиеся у нас необходимым образом, представляют собой столько же ступеней, через восхождение по которым снимается внешность и обусловленность, в результате чего понятие выступает как определенное в себе и для себя необусловленная внешностью тотальность. То есть что такое тотальность, целостность? Понятие мы здесь слово опускаем, появляется новое целое, которое возникает в результате соединения все новых и новых объектов. И больше тут никаких особенных мыслей на эту тему нет. И у Гегеля написана телеология, а нам надо поставить вопрос о жизни. Жизнь. Вот. Переход с химизмом куда? В жизнь. Понятно, что вот этот химический процесс превращается в процесс появления жизни.
жизнь. Странно, конечно, жизнь в идее. Я говорю, жизнь в идее. Раздел жизнь находится. Да, в идее. Да, вот раздел жизнь в идее находится. Как он туда выбежал? Вот мы должны найти этот раздел тебя его и открыть. Раздел жизнь. 175. Какая страница? 175. 175. Это же начинает интересно. Потому что здесь, вот смотрите, телеология стоит, еще понятия нету, а уже цель. Может быть, цель без понятия? Не может быть. А тут он, значит, 175-й в идее стоит. Жизнь в идее, оказывается. Не у того, что является живым. На известной ступени развития могут появиться идеи, как отражение того, что есть, как некое понятие. А уже идея. А идея тоже рановато появляется. Почему? Потому что прежде чем должны быть идеи, должны появиться понятия. Но у него понятия совсем в самом начале были, поэтому у него, у Гегеля, идея получается после понятий, но до жизни. А почему она до жизни? А потому что он объективный идеалист. Идеалист. Тут ничего непонятного нет. Итак, значит, мы с вами рассмотрели, в первом отделе мы рассмотрели механизм, химизм, и сейчас рассматриваем третью главу «Жизнь». Жизнь, 175-я. Ну вот здесь Гегель из-за того, что он тут пошел, как говорится, с идеалистическим путем, ну вот ему приходится из этого выбираться. Идея жизни, не жизнь, а идея жизни. Она заголовок правильно, жизнь. То есть речь не о идее жизни, а о жизни самого, о самой жизни. Что такое жизнь? И может показаться, будто трактуя об этой идее, мы выходим за пределы логики. Если об идее мы трактуем, то мы не выходим за пределы логики. А если о жизни мы трактуем, то, конечно, выходим за пределы логики и вообще не до логики, еще пока нет жизни. Вот поэтому уже Энгельс, обратив на это внимание, сформулировал так, что такое жизнь. Есть способ существования белковых тел. Вот что сформулировал Энгельс. С одной стороны, это такой крупный шаг в развитии науки о жизни вообще. С другой стороны, это не все, что можно сказать о жизни на сегодняшний день, потому что на сегодняшний день наука о живом знает больше, намного больше, чем это было известно тогда. Но, значит, то, что тогда уже было сформулировано, а именно, что то, что является живым, во-первых, оно обладает таким свойством, как взаимодействие со средой и самовоспроизводство. То есть взаимодействие со средой, то есть отдавая отдельные элементы, отдельные вещества и получая другие, или получая одни и отдавая другие, оно поддерживает некое равновесие и поддерживает равновесие, развивается. Развивается. А это что значит развивается? Развивается идет от низшего к высшему. И это развитие, как мы знаем, охватило не только отдельные какие-то живые существа, а еще и оно захватывает весь процесс развития от одних существ к другим. И вот такие науки, как там, палеонтология, эти науки, которые зоология, которые науки растительности, которые изучают сам вот этот процесс развития всех видов, они показывают, что этот процесс длительный, очень сложный, и в этом процессе обязательно имеет место, во-первых, воспроизведение такие соединения элементов, которые сами себя могут воспроизводить. Собственно говоря, ради этого все и затевалось. Ну, эволюция. Да. А? Эволюция. Такой эволюция может быть такой, что был я, остался кирпич. Это обратная эволюция. Обратно был кирпич, стал я? Нет, обратно я не представляю себе, как из кирпича сделать. Нет, это эволюция, это, может быть, это больше подходит под слово революция, потому что
Одно дело развивалось, развивались все время более и более сложные молекулы, а потом состоялся переход вот с таким соединением молекул, соединением веществ, которые стали обладать такими свойствами, которых до этого не было. То есть самовоспроизводство, взаимодействие со средой. И еще нужно отметить, что все, что относится к жизни, имеет в себе не просто единицу какую-то, которая самовоспроизводится, а род. Что если не иметь в виду, то есть поэтому, когда мы говорим о рождении, то речь идет о том, что есть не одна какая-то особь и все. Вот таких живых веществ нету. Есть живые существа или есть вымирающиеся. Последние элементы этого вида. Зацветок его пристрелил и съел. Такое у нас есть в нашей жизни. А так вообще, так сказать, есть виды разных живых организмов. Да? И в этом смысле интересы рода или вида выше интересов индивида. И это относится даже к самому высокому живому существу, к человеку, про который сами же люди сложили такую песню, что с интернационалом воспрянет род людской. Понятно, что когда род воспрянет, кто-то вот при этом в этом процессе не воспрянет. Спрянет. Но совершенно однозначно, что вот всякая борьба, в том числе военная, в том числе революционная, идет за интересы рода. Потому что если пойдет беспорядочная борьба за интересы индивидов, то те, кто борется вот так беспорядочно только за свои интересы, пропадут. Так сейчас такая борьба? Да. Не, ну в большом процессе они все равно объединяются. И... Теперь что еще, что современная наука, а еще не современная, еще Энгельсу было известно, что сохраняется наследственность. То есть вот те качества и свойства, которые имелись у живого организма, они передаются и следующим организмам. То есть происходит самовоспроизводство и происходит наследование и взаимодействие со средой. Ну и разные организмы, они, как известно, между собой имеют разные переходные границы. Вот, скажем, можно сказать, что вот есть растения, а есть животные. А вот есть грибы. Чем они отличаются? Шляпа есть, нога есть, головы нет. А структура белка почти такая же, как у мяса. Поэтому очень полезно это потребление грибов. Чего не хватает? Не хватает соображения этим грибам. Поэтому чем больше мы углубляемся в нашем процессе изучения науки, чем дальше мы уходим от грибов. Более от растений. Потом есть, как вы знаете, и животные хищные, а бывают животные травоядные. И это начиная с ящеров, которые также делились, да, и кончая нынешней всей этой системой животного мира. Но есть растения хищные. Ну вот есть... Я видел, например, на выставке, которая была вернута на Шпалерной улице, вот там, на углу с Потемкинской, такая оранжерея, и в нем хищные растения были представлены. Ну, там такой кувшинчик, цветок в виде кувшина, туда залетает муха или какой-нибудь еще насекомое, и так, потихонечку она... Кушенчик складывается, там разворачивается, а уже муки нет. Все. Растение потребило этого. Но это вот я, так сказать, один раз видел и больше никогда не видел. А вот блуждая по Ленинградской области, по болотам, вот я росянку много раз видел и другие видели. Так вот на таком всего лишь вот таком, на такой ладошке, на таком листочке, такой с иголочками такими, но не острые иголочки. Роса, прямо капелька такая. Садится муха, а эта капелька клей. И она уже, которая села на эту капельку, она уже не взлетит. А потом это вот потихонечку закрывается, эта ладошка. Потом через некоторое время открывается ладошка, фокус-мокус.
тысяч нету в мухе. Так что есть растения, которые поедают. Ну, есть лианы, которые живут. Зачем эти стволы, когда можно обвиться вокруг какого-нибудь другого большого ствола? Чего плохого? И лианы прекрасно существуют без того, чтобы иметь такие прочные стволы. А то еще вдруг дунет ветер, а еще упадешь. А так, где, ну, в дикой природе тоже же растут не на земле, а на дереве. Вот рябина все думала к дубу перебраться, а лиана давно перебралась к таким деревьям и спокойно существует без проблем. Так что мы это все наблюдаем. Что еще следует отметить? Поскольку мы находимся сейчас на более высоком уровне развития науки о живом, значит, мы знаем, что в каждом белке есть еще и соответствующие химические, так сказать, соединения, такие как рибонуклеиновая кислота, которая отвечает за наследственность, и дезоксирибонуклеиновая кислота, которая этому способствует. Ну и изучение этого вот процесса существования жизни, развития жизни, оно находится, можно сказать, в самом разгаре. Поэтому то, до чего мы тут добрались, это тот вопрос, в отношении которого нам в ходе своей жизни при возможности пополнить свои знания, нужно этим воспользоваться и эти знания пополнить. А пока же мы твердо знаем, что вот химизм перешел в жизнь, то есть постепенное развитие и усложнение организмов, химических соединений привело к появлению организмов, хотя есть и еще одна теория о том, что вот вдруг какой-то пылью космической нам занесли на Землю живые существа, но эта проблема не решает, все равно все, а там откуда появились? Мы что же можем с пылью теперь на Марс занести живые существа? Это не проблема, так? Уже заносят. И на Луну можем занести, если так поставить себе задачу. Поэтому это, вот, мне кажется, то, что считается еще одним направлением, это не столько направление, сколько, ну, вот история вопроса можно, конечно, изучать. Не было ли такого занесения? Но все равно это вопрос не принципиальный. Принципиальный вопрос о том, как появилось. А появилось в процессе развития от простого к сложному. Развитие движения от простого к сложному, низшего к высшему. Ну вот тут особо много у Гегеля мы на эту тему и не найдем, и не можем найти. По той простой причине, что он не материалист. У него вот непосредственная идея есть в жизни написана на странице 76. А мы с вами можем сказать, что если есть жизнь, то можно говорить о той жизни, которая постепенно при своем же развитии привела к человеку. А что за человек, как определяется с этой точки зрения? Это, с этой точки зрения человек – это животное. Если сразу одно слово я скажу, дайте одно слово – человек, животное. Ну не растение же. Кого обижает, ну не трава же моя. Животное какое? Во-первых, общественное. Раз. Общественных животных не так много, но есть. Муравьи – животные общественные. Смотрите, у них там разделение труда. Муравьи таскают такие бревна, которые в несколько раз длиннее, чем сам муравей. Вот. Есть муравьи, которые, значит, летают. Летчики у них есть. Есть. Другие тащат, если вдруг нарушишь этот муравейник, яйца муравьиные перетаскивают, там есть внутренняя организация. Они существуют только вот всей этим коллективом. Хотя этот коллектив может разрастаться от маленького муравейника для большего. Есть муравьи, которые строят такие конусы в лесу, есть подземные муравьи, есть любители жилых помещений, которые могут передвигаться с улицы, заходить в комнаты к вам и заходить там, где у вас лежит что-нибудь сладкое или что-нибудь другое. То есть они любят, людей любят они. Так, пчелы. У пчел, как вы понимаете, есть пчелы, которые являются пчелами рабочими, которые делают их собирать, собирать и собирать, приносить мед и приносить пыльцу. Если когда-нибудь созреет этот Степан Степанович, он, поскольку пчеловод,
он нам может рассказать об деятельности пчел или поправить. Вот. И пчелы, между прочим, вот, те, которыми занимается Степан Степанович, они уже сильно без людей не живут. Люди потом ловят эти раи, которые вылетают с риском для себя, вооруженные как космонавты, ловят эти раи, потом их в новый сделаны хорошо. Да, как надо ульи, домики закладывают. Они их подкармливают в тяжелое время, за то, что пчелы их подкармливали в тяжелое время. Вот, поэтому нужно думать о том, чтобы они не умерли вот, весной. И чтобы не разбежались, они к соседям не улетели все. То есть тоже об этом надо думать. Так что у них там есть большая организация, есть у них монархия там, есть одна самка и все. Все остальные, у них все эти такие функции подавлены, всем работать остальным. Все трудятся, а одна занимается воспроизводством, все. И никакой демократии там нету. Так и живут. Так и живут. Кто, кому не нравится так жить, переходите в людей. Там другая жизнь. Ну, по крайней мере, вот когда мы говорим, что человек животное общественное, это еще его не выделило из животного мира. То есть это животное А. Общественное, Б. Трудящийся. Ну вот тут вот уже трудящимися пчел не назовешь. Несмотря на то, что они вот все приносят, они действуют инстинктивно. Чтобы речь шла о труде, нужно ставить цели. Определенные, да? Ставить цели, а чтобы ставить цели, нужно иметь понятие, то есть надо иметь язык. Поэтому вот если в целом определять человека, можно вот записать его определение таким образом, что человек есть животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. И в конце вот это разумное, то есть вот эту самую идею и выразить в самом конце. А поскольку речь идет о трудящемся, что без целей, конечно, труда не бывает. И в труде люди нуждаются в том, чтобы появился язык. Поэтому это животное говорящее. Потому что если речь идет о совместной деятельности, то необходимо показывать и указывать друг другу, что кому как делать, распределять. И благодаря вот этому сложился язык. Язык человеческий, не в том смысле, что он там французский, немецкий, английский, испанский. Поэтому Гегель говорит, что речь идет о человеческом языке. Во всех развитых языках есть вот эти термины, которые он использует. Во всех развитых. Но есть неразвитые языки. Есть такие, в которых еще нет некоторых понятий. Поэтому речь идет, скажем, о таких, как русский, английский, немецкий и так далее. Да. Да, вот эти вот крупные языки, у них все в порядке. Вот так тогда выглядит человек. И если мы берем человека сразу как общественного и трудящегося, ну, то вот там, вот эту линию о том, что человек, животное – это общественное и трудящееся, разработал Энгельс еще и отдельно в специальной маленькой сравнительной работе, включенной в диалектику природы, которая называется «Роль труда в процессе превращения обезьян в человека». И он описывает, что сам труд общественный, он вынудил тех, кто занимается изготовлением материальных благ с помощью средства. Средство – это как средний термин, как середина. Средство не случайно говорится, с помощью средства. Развивать эти средства производства и развивать общение между людьми. И поэтому общение между людьми прежде всего развивалось в силу того, что они взаимодействовали для того, чтобы обеспечить свое воспроизводство. Для воспроизводства человека что нужно? Нужно не только самого человека воспроизводить как такового, как биологическое существо, но и постоянно средства для жизни воспроизводить. И на первом месте в свое время по влиянию на развитие человека было воспроизводство самого человека. Отсюда и такое явление, как производство людей было важнее, чем производство вещей. Отсюда и первобытный общинный строй, который очень долго тянулся. Поэтому там все было построено на том, чтобы воспроизвести людей, для этого необходимый продукт нужно было добыть. Кто-то собирал и добывал, в основном мужчины, женщины обеспечивали распределение, кормление, воспитание
детей, и это общее воспитание, оно было в самом начале, и общее, и собственность была в самом начале. Матриархат был в самом начале. И никакой выпивки не было. Все отбирали. Молодец. Да. А вот с развитием материального производства постепенно вышло на первое место. На первое место вышло производство материальных благ по значению для воспроизводства. Вот. Но у Энгельса не так говорится, что вот исторический материализм состоит в том, что в основе человеческого развития лежит воспроизводство материальных благ. Он так не говорит. Он говорит, в основе человеческого развития лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. А производство и воспроизводство непосредственной жизни – это производство самого человека и тех благ, которые нужны для того, чтобы продолжать эту жизнь, воспроизводить. Как только на первое место или главным стало, или основным стало производство материальных благ по сравнению с производством человека, естественно, вот появился матриархат. И вот теперь, значит, проблема перехода от матриархата к полному равенству фактическому между мужчиной и женщиной, которая, эта проблема поставлена в великом почине, но эта вот проблема до сих пор не решена. И она и при Сысовине не была решена. Могу только подтвердить, что я вот в свое время изучал почему-то данную нам только в закрытой форме концепцию развития научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий. В спецхране у нас была в университете. Там я прочитал, что у женщин свободное время на 2 часа меньше в день, чем у мужчин на тогдашний период, еще при социализме, в советское время. Поэтому, скажем, Ленин очень резко эту проблему он сформулировал, что вот, несмотря на все наши советские законы, которые камня на камне не оставили от законов, которые принижают женщину и которые, значит, ставят ее на более низкое место, в другое положение по сравнению с мужчинами. Мы камня на камне не оставили от этих законов, но женщина продолжает оставаться домашней рабыней, и ее приковывают к кухне и к детской, работа, которая отупляющая, забивающая и так далее. С одной стороны, этот вот процесс идет на определенной основе технической, в том смысле, что появляются стиральные машины, там плиты появились, там посудомоечные машины. Но это, как вы понимаете, чисто с точки зрения, а только производительными силами не решается. Нужны и соответствующие отношения. Скажем, в том же Великом Почине была поставлена задача, что это преодоление деления по отношению к производству, а это отношение к производству, и это разные объемы свободного времени и занятости в материальном производстве. Скажем, когда вы картошку чистите, это материальное производство или духовное? Духовное. Нет, духовное – это когда подметаешь пол. Это духовное. Или стираешь. Смотря что любишь. Надо создать производство, то есть мужчины и женщины. Если люди понимают, что вот деление на класс – это деление по положению в производстве, то хотя, конечно, деление на мужчин и женщин – не деление на классы, но различия по положению в производстве есть. И раз пока эти вот различия по положению в производстве не будут преодолены, полного уничтожения классов не получится. Поэтому вот некоторые люди вычитали из всего этого, ну вот как Семин взял и сказал, что это вот великий почин, так там же про субботники. На самом деле в этой работе, которая там начинается вроде с разговора о субботниках, потому что наш паровоз вперед летит, в кому не остановка, вполне понятно, как всякий писатель сначала должен с чего-то начать такого яркого. А дальше там рассматривается определение классов, которого нету больше нигде у Ленина. Ни в каком другом тоне, ни в какой другой работе. Вопрос о вот положении женщины специально только в этом вопросе. Теперь вопрос о том, что такое диктатура пролетариата, по которому, значит, постоянно смотрят, спорят странные люди. Но если вы хотите сами дать, но вы же не ученый, и вы не создали никакую систему.
Никакого права тот человек, который не создал научную систему, на дачу новых определений не имеет. Но придумывать определение может любой человек, хоть тысячу. Это не имеет никакого значения для науки, потому что наличие определения входит в встроенную научную систему, которая создается. У Ленина такая система есть, у Маркса есть, у Энгельса. А у тех, кто предлагает другое определение дать диктатуре пролетариата, нету. А определение диктатуры пролетариата у Ленина однозначное, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. И говорится, что для полного уничтожения классов нужно уничтожить развитие между различия между городом и деревней, людьми физического и умственного труда. И дело это очень долгое. И обратите внимание, что Ленин говорит о двух классах, а не об одном. Один класс – пролетариат, а другой класс – рабочий класс, городской, фабрично-заводской. Городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие. Почему? А потому что разница есть по положению в производстве. Одних соединяют воедино, а других распыляют по разным, так сказать, местам, как вахтовые методы, и не дает им организовываться, не только возглавлять. Самим никак не организоваться, ничего добиться. Они не за чужие права бороться, не за свои. И никак люди не поймут, что определение диктатуры пролетариата не получается так, что возьмем определение диктатуры, возьмем определение пролетариата и сложим. Это вот бывает у первоклассников. Вводим один, прибавим два, получим три. Диктатура пролетариата – это единый термин, это единое понятие, про которое Ленин специально говорит, как для вот безграмотных, но он специально это сделал, что это научное, латинское, историко-философское выражение. Диктатура пролетариата – это одно выражение. Вот красные чернила, скажите, пожалуйста, какого они цвета? Если я буду делить, то же точно так же, как некоторые делят. Да будет красные, красные краснила и черные чернила. Ну и если красные чернила, ну понятно, чернила это, так сказать, уже вид той жидкости, с помощью которой вы пишете, получила такое значение в языке, а уже дальше цвет определяется. Так и здесь. Диктатура пролетариата – это особое понятие. Это понятие означает, что только определенный класс, уже не пролетариат, пролетариат шире, чем рабочий класс, городской, фабрично-заводской. Определенный класс, городские, фабрично-заводские рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. Вот это такие теоретические вещи. Руководить, то есть пролетариат будет принимать участие, но руководить ими должны именно вот рабочие. Вот в этом самое страшное. А руководить, понимается, не только сидеть в креслах и руководить, а руководить – это значит вести классовую борьбу. Как говорится в другой статье Ленина, которая называется «Детская болезнь для визны в коммунизме», с книги. И там говорится, что диктатура пролетариата, есть упорная борьба, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. А силы и традиции старого общества остаются в течение всей низшей фазы коммунизма. И эта низшая фаза коммунизма означает социализм. И к этой низшей фазе коммунизма и ведет переходный период от победы социалистической революции до победы социализма, то есть до построения низшей фазы коммунизма. Потом идет низшая фаза коммунизма, когда она освобождается от всех следов, то она без всякой революции превращается в высшую фазу, в полный коммунизм. Вот картина, которая получается. Ясное дело, что это вот речь идет о понятиях. А для того, чтобы эти понятия были, нужно иметь понятие о самих понятиях. И вот поэтому следующее, чем мы будем заниматься, раз уж мы с вами дошли по нашему плану, до чего мы дошли, до жизни и до человека, а сегодня наше название нашей беседы, нашего кружка, это механизм, химизм, жизнь,
нет, не механизм, а химизм жизни человека. Химизм жизни человека. Вот человек, определение которого было тут дано, человек обладает сознанием. Так? То есть может выражать мысли в понятиях. И вот это вот движение понятий мы должны отдельно рассмотреть. Мы его с вами один раз рассматривали уже. Когда мы проходили в самом начале эти вещи. Теперь мы рассмотрим его несколько с другой стороны. С той стороны, что вот мы к нему подошли не с позиции идеализма, а с позиции материализма. И вот человек, для того, чтобы ему заниматься производственной деятельностью, для того, чтобы общаться, ему нужно выработать не просто понятие, а систему понятий, чтобы не быть без понятий. Поэтому остановиться на этом сложном разделе нам можно и нужно. Мы поэтому переходим со следующего уже кружка, со следующего занятия ко второму отделу субъективность. И первая глава – понятие. И будем рассматривать теперь снова понятие, потом суждение, потом умозаключение. И вспоминать, что всякое учение есть, что повторение есть мать учения. Но мы уже это будем проходить, как говорится. Вот с материалистической точки зрения, что мы рассмотрели объективность, механизм, химизм, жизнь и человек. Так? Вот. И вот второй отдел, который будет теперь, будет называться субъективность. Как он и назывался, но когда был первым. Понятие, суждение, ему заключение. А в третьем отделе мы рассмотрим вопрос, то есть третий отдел – идея, первая глава – телеология, которая у Гегеля забежала вперед, раньше, так сказать, человека, а еще человека не было, уже была телеология и раньше, чем можно было об этом говорить. Потом идея познания и абсолютная идея. Что такое телеология? Это познание того, как человек ставит цели и их реализовывает. Поэтому есть дальше вот как раз идея познания – это идея отражения мира, а там же, где идея познания, есть идея преобразования мира, единство этих двух идей – идеи познания мира и идеи преобразования мира – это абсолютная идея. Мы должны познавать не только мир без нас, но и познавать, как наша деятельность преобразовывает этот мир. Поэтому благодаря этому мы можем сформулировать абсолютную идею и преобразовывать действительность и самого себя. Вот таков план нашего дальнейшего рассмотрения. Значит, мы снова с вами теперь, но уже с полным правом, после рассмотрения движения от объективности к человеку, будем заниматься субъективностью. Первая глава – понятие. Вопрос? Когда следующее занятие? Когда? Следующее понятие должно у нас быть через две недели, да? 8 декабря получается. Так. Почему 8? 8, да? Нет, 8 декабря. А, это у меня 21 год, извините. 20. Так, 8 декабря, вторник, да, второй вторник декабря, 8 декабря. Две недели, полмесяца. Для тех, кто изучает науку логики, не знаю, как у вас впечатление, у меня такое впечатление, что две недели – это очень мало. Вообще, да. Причем, как вы понимаете, если вы испытываете людей, которые должны как бы тут отвечать на некоторые вопросы, а я должен как бы изображать, что я тут все понял. Но это требует соответствующей подготовки и отнимает у меня немало времени, поскольку это вещи, которые нельзя отнести к таким вещам, которые можно просто взять и повторить, или взять и, так сказать, как попало рассказать, потому что мы тут все строим. Вы видите, что наше здание, которое мы строим в голове, понимание, логики все выше, вот у нас с первыми двумя этажами все хорошо, учение о бытии, учение о сущности. А вот учение
О понятии Гегель рассматривал так: с понятия мы начнем, а мы говорим по-другому. Понятием мы закончим, правильно? Потому что вот на понятии это все и заканчивается. А название поэтому понятие вполне можно оставить. И поэтому с этим связана сложность понимания. И вообще это сложная наука. Так что кто хочет непростого, сложного, занимается. Поэтому не все бросаются изучать науку логики Гегеля. Некоторые говорят: нет. Сначала все бросаются, а потом говорят. Да. Но мы продолжим грызть науку, или, как писал Маркс, в мою науку нет широкой столбовой дороги. Столбовой широкой нету. И только тот сумеет достичь сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым кручам. Что мы будем и дальше и делать. Спасибо за внимание.